четко. Мне кажется, она мы в прошлый раз ее недооценили. Боже мой! Ева прекрасна! В отличие от прошлого раза, сегодня я точно знаю, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что это не просто финал для меня, это настоящий праздник музыки и таланта. Спасибо. И умничка! Сейчас я хочу вам показать, как звучит голос моей души. Давайте проверим, давайте услышим красоту души. Люблю тебя. Я тебя. Так спела песню группы «Гости из будущего». Так необычно, так неординарно. Никита, почему 53? Ты встал на вторую секунду. Я бы хоть миллион бы отдал, был бы. Так вот. Ева, ваша душа... Спасибо, Никита. Ваша душа до моей души достучалась. Я первый встал. Очень все здорово было. Все прямо от сердца, от души. Спасибо большое. Илья. В отличие от Никиты, полторы минуты выжидал на самом деле. А я люблю послушать сначала, проникнуться до конца. И вот если вот откликается, а в данном случае есть отклик, я вижу, что вы какая-то вот неповторимая. То есть вас сразу запоминаешь. Ева Forever мне подсказывает. Уверен, что мы вас будем слышать еще не раз. Спасибо большое. Кстати, шикарное обновление имени Ева Forever. Мне тоже нравится. Я, наверное, возьму как хэштег. Хэштег, да, Ева Forever. Ну что ж, Сергей! Евочка. Дорогая Ева, я на самом... Ты что, письмо пишешь? Дорогая Ева, да. Я вам пишу, чего же более. Не буду скрывать, что я расстроен. Я честно, я расстроен, потому что, во-первых, я помню ваше выступление с песней «I have no roots». Я помню, как вы боролись. И сейчас ни той энергетики, ни того голоса. Вы просто вышли как будто бы для себя. Почему вы перестали бороться? У вас все шансы. И мне обидно, что хорошая вокалистка вдруг раньше времени... показала белый флаг. Мне очень приятно, что вам обидно. Абсолютно уникальный тембр. Таких очень красиво. Мне приятно ваши слова, будет. Что это обидно для вас. Мне очень приятно, что вам обидно. То есть вы хотели вызвать у меня такую реакцию? Ева, просто мне обидно, потому что я прям за вас переживал. В любом случае, вы талантливая, прекрасная. Но, спасибо. Но вытянутые волосы мне нравятся больше.
Я вас услышала. Лазарев, а умеешь ты... До встречи в следующем сезоне. Поддержать людей. Ева, вы были потрясающие, наши аплодисменты. Спасибо. Все равно 53 голоса. Спасибо. К сожалению...